Масштабы Коркинского угольного разреза Владимир Путин сегодня оценил лично. Если мы Останкинскую башню поставим туда, ее не видно будет там. Сколько всего людей живет в опасной зоне? В опасной зоне там 1200 человек, и всего численность порядка 3000 человек у нас. От карьера Путин пешком дошел прямо до поселка Роза. Жилой квартал стоит всего в 300 метрах от края пропасти. Да, вот на той стороне. Прямо насквозь, да? Насквозь. Этот держится на тряпках. Если это вытащить, то дыра будет точно. Это прямо на улицу. У меня все, снег там видно, траву летом видно. Там потолок страшно весь висит, проводка рвется. Мы даже ничего не поняли, честно. В шоковом состоянии сами были, как бы. Ну, все быстро, понимаете? Вот 9 часов вечера приходят, нам говорят, вот вам квартиры такие-такие-то, и все. И на следующий день мы в 3 часа уже все, освобождаем дом, выезжаем. Долго мы этого ждали? Огромное спасибо, большое, прямо такое огромное, Владимир Владимирович. Я лично вот благодарна Путину, но я буду жить хоть по-человечески. Заглянули к главе администрации, там женщины, девушки фрукты носят уже все. То есть там намечался какой-то уикенд у них там. Вот. Видимо, там и были наши женщины, вот эти с участковых избирательных комиссий. Просто надо было видеть, как эта директриса выходила. Она выходила, как 90-летняя бабушка, шархая ногами. То есть я сразу понял, что сейчас что-то здесь будет интересное. И как только эти данные вывесили на сводную таблицу, я подошел, посмотрел, смотрю, а там нули стоят. В шоке. Я позвал товарища своего только по «Справедливой России». Говорю, смотри, нули полные. 265 голосов только стоит «Справедливой России». И все остальные партии были нули стояли. А у нас на руках протоколы, где совершенно другие данные были. Мы живем параллельно. Власть отдельно, мы отдельно. Едем все, едем. Спасает то, что у нас людей хороших много в провинции. На 8 марта женщинам дарили бесплатные эти посещения бассейна. Но детям будущего в этом городе нет. Потому что нет промышленности. А вон там за спиной вот что? А, это заброшенная шахта пригородная. Здесь теперь сапоговаляльный цех, валенки делают. Ну, может быть, в валенках будущее нашей страны? Ну, валенок. Уже вроде всем желающим накатали. Марин, приехал Путин? Он к ним приехал, а я как жила, я ни в одну программу не попадаю. Мама троих детей. Живу от зарплаты до аванса. Сейчас еще с вами поговорю, еще мужа уволят с работы, который работает в администрации архитектором. Я за «Яблоко» голосовала, у меня в семье еще за КПРФ голосовали. Ноль голосов. И я спать не могла. Нас в ноль превратили фактически-то. Ведь такого даже по теории вероятности быть не может. Должен быть протокол только один, а их на этом суде уже три. Такого просто быть не может. Есть протокол, который получил я. Это вот первый протокол, да, с истинными цифрами. Надеюсь, что истина восторжествует. Я всех снимаю.
имеете. Сейчас идет на судебный процесс, я вам согласен, я вам все напишу. Вне процесса. А в процессе судья вам даст разрешение. Ну а вы же главные фигуранты. Я не хочу. Мне не нравится. Да, да, да. 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 Прошу, кстати, все идет. Резолютивная часть решения Российской Федерации 11 марта 2012 года, город Куркино. Куркинский городской суд состоит председательствующего судьи Юкова Пресекутина с участием помощника прокурора города Куркино. Внесение изменений в газ-выборе, опубликование изменений итогового голосования, отказали. Близ Челябинска, в поселке Коркино, старательно предохраняют стекла от сотрясений. 33 вагона взрывчатых веществ гигантским взрывом выроют траншею для открытой разработки угля. Вы официальное лицо, вы не можете ничего не говорить, вы должны что-то сказать. Она сказала вам практически в лицо, что вы ее заставляли сфальсифицировать протокол. Скажите что-нибудь, вы должны говорить. Это что за клевета-то? Я не поняла. Вы должны ответить на то, что сказала под присягой в суде. Это вопрос не в том, хотите вы разговаривать или нет. Вы официальное лицо, есть закон о печати, понимаете? Я вам задаю вопрос. Понял, почему Фемиду, богиню правосудия, изображают в виде голой женщины с завязанными глазами, потому что получается, что это слепая проститутка. Чтобы просто посмотреть, где это все происходило-то. Я как глянул на эти нолики, ну, у меня очки запотели. Тут вопрос-то один, ребят, кто с ума сошел? Не, все, она в камеру увидела, скорее всего, вон, видите, тут камеры наблюдения стоят. Вот. Она, скорее всего, увидела камеру и убежала дальше, чем видит. В поселке Коркино старательно предохраняют стекла от сотрясения. 33 вагона взрывчатых веществ гигантским взрывом выроют траншею. По мощности он был соизмерим примерно с Тунгусским метеоритом. Практически все сейсмостанции Европы и Америки зарегистрировали. Что происходит у нас в Коркино практически, это тоже социальный взрыв. Даже те, вот, кого сегодня вот увезли вот буквально недавно по решению Путина, они опять сюда возвращаться хотят. Сейчас им дали квартиры и принесли квитанции по 7-10 тысяч за квартплату. Но нет у них таких денег, они не могут. Поэтому они уже сейчас готовы продать это жилье. Уже черные риэлторы здесь крутятся, готовы всегда перепродать жилье и поселить здесь же в Коркино, только уже в трущобы чуть получше его качества. Основная причина – это нищета. А нищета порождается от безработицы и коррумпированной властью. Ходят бандиты и трамбуют, давят наших людей, которые были наблюдателями. Измени свое мнение, а то у тебя завтра тебя с работы выгонят. Ситуация на предприятиях. Натуральный гадюшник. Все боятся за свое место, все стучат друг на друга, все перед начальством бегают на задних лапках. А этот начальник, там, директриса школы или техникума, бегают, потеряв совесть, бегают перед главой района. А они воспитывают наших детей. Сейчас. Абонент? Отвечает. Отнеси сообщение после сигнала. Вадим, где все эти люди, вот директора школ, которые были председателями участков, там завучи, почему никто не пришел в суд? Не узнаем мы никогда, потому что и с вами никто не хочет общаться, и с нами в том же плане тоже никто не хочет. Все боятся репрессий. Я на 100% гарантию, что каждый из вот этих 27 человек расписался в повестке.
теперь. Если бы вот эти вот 27 человек сказали бы на суду правду, как все было на самом деле, да, откуда взялись нали, откуда взялись поддельные протоколы, то, наверное, судья, возможно, вынес бы и другое решение. Оно с самого начала было ему понятно. И ну, на самом деле вчера мы видели просто комедию. А те, кто что-то знал, вот эти 16 учительниц там и директоров школ, мы их не можем найти. Нам. Зам председатель. Угу. А Ирина Владиславовна? Да. Здравствуйте. Ирина Владиславовна, это корреспондент «Новой газеты» Никитинский Леонид Васильевич. Нам бы хотелось с вами поговорить, Ирина Владимировна. Почему вы на суд не пришли? Вот? Ну, честно говоря, мы желаем с вами там подробно разговаривать. Я не понял, вас не расслышал, простите. Вы сказали... Власти и наш суд ждут, когда пройдут президентские выборы, кто победит, а там все скомкают, скажут, выборы прошли, и все. И все члены, бывшие члены КПСС. О, как хорошо работать научились. Мы опять сядем на 5-6 лет до следующих выборов, и ничего палец о палец делать не будем. Танцульки, песенки у нас поют, резвятся, все хорошо. А народ загнали в скотское состояние. Все, давайте чаепить. Богатый стол большевиков. Вот у нас осетрина, красная икра, вот печенье жирное, вот чай. Пожалуйста. В поликлинике и на Розе, там избирательный участок. Так всех врачей заставляют брать открепительный и голосовать именно на этом избирательном участке, и именно за Путина. Угу. И именно тогда вам будет и премия, и вы будете угу. хорошо жить, и так далее. Хотя вот учителям в нашем городе за декабрь еще не выдали заработную плату. Ну, по концертам надо обязательно писать жалобу, что концерт мешает. Ну, сейчас сразу в прокуратуру и заявление, что намечаются концерты. Попрошу проконтролировать. Вот и все. Сейчас тебя Никитин тогда докинет до прокуратуры. От всей души поздравляю вас с наступлением весны. Всем вам желаю весеннего настроения, счастья. Страна, она же всегда была царской. И как папа сказал, как царь, так все и будет. Как говорят американцы, из УЗО вообще ничего убирать нельзя. У нас же забрали это право. У нас забрали графу против всех. Я Ильича вот так вот потрогаю. Я же при Ленине жил. И при всем генсеке. Ленин, наверное, скоро развалится. Сейчас мы никому не... Время придет. Да не придет.
Позвонили только что. Больницы Розы, поселка Розы, как раз там сейчас все руководство собралось. Это участок, на котором сегодня проголосовало потребительным 240 человек. Я предлагаю поехать. И вас понимаете, как за нами машинка будет кататься. Орлы господина Усенко, ну никак не господина Миронова, вряд ли он мне дал бы охрану. Нам надо машину отправить инкогнито куда-нибудь. Я выезжаю, они за мной все выезжают. А в это время наша вторая машина выезжает по делам. Если бы они бы на прошлых выборах не оставили бы нули, оставили по одному, по два голоса. Одно слово – дурость, нет великого ума. Либо чувство полной безнаказанности. Мы сейчас боремся, мы пытаемся. Вот обратили, мы сейчас снимали машину, даже выехала на встречную полосу. Вот это вот. Видели? Чтобы только успеть с нами проскочить на зеленый сигнал светофора, чтобы только нас не потерять. Так поясню, чтобы было понятно вообще, что сейчас происходит. Представьте себе картину. Господин Путин выделяет деньги главе района на Розу. У главы района страх некий есть. А вдруг народ плохо проголосует сегодня за нашего кандидата в президенты. Вот эту бутафорию они сейчас все показывают, как люди идут голосовать за Владимира Владимировича. Показать, что в Розе все люди после приезда Владимира Владимировича голосуют за него, что его народ в поселке Роза поддерживает. Хотя на выборах в Государственную Думу партия «Единая Россия» набрала именно по поселку Розу 32%. Не 40 даже, не 45 сфальсифицированы, а именно 32. Друзья мои, не выбирайте никогда врачей, учителей в депутаты. Они все подневольные. Вот они. Сняли, да? Особые условия – это административный ресурс. Особые условия – это давление на людей. Особые условия – это вот такое вот слежка. Понимаете, вот это крепительное удостоверение – это вот особые условия все. И победа по особым условиям, она не может считаться легитимной. Живи, страна, единая держава, пускай горят отечество огни, пускай не ветнет над тобой слава, Россия, Русь, храни себя, храни. Когда шахта давала план, вот эта звезда на стволе на степовом всегда горела. Я говорю, иногда вот в школу идешь, дышать не могу. Ну, мы привыкшие уже к этим аномалиям. Ну, видишь, как повезло, загазованности нет. К любой опасности люди как бы привыкают. То бишь, если есть подвижка грунта, соответственно, и дома сюда тянутся. Вот 300 метров. Вот если отсюда взять, вот показать, вон они дома, вон их видно. В начале 90-х годов я тут работал учителем в 11-й школе. Тут как заряд хороший заложит, особенно зимой, как долбанет хорошенько. Там стены даже отходили от потолка. Ну, метров 15-20 до огородов, даже ближе, наверное, уже подошли. У людей фундаменты лопаются. Кости немецких солдат сыпятся вместе с касками. Тут много было военнопленных. А, ну, сейчас вот не видно. Вон там и тоже в борт ушел. Вот они все убрали выступы. Здесь, чтобы город не скатился вниз, должны быть все равно стоять выступы, опоры. Вот. То есть определенный угол должен быть, чтобы город не скатился. Если пойдет сильный ливень, то мы можем туда вообще уехать. Конус вот на треть заполнится водой, и все мы туда поедем. Для Путина, говорю, насыпали на это. Вот это, подсыпали это щебни мелкие. Ростислав Григорьевич, у нас что за концерт, а в помещении для голосования? Концерт и концерт, все. В каком смысле концерт и концерт? Вы что от меня хотите? На минуту. Наблюдатели не пускают, а в помещении концерты проводят. На минуту. Закончите. Заканчивайте, вы видите, что так, творится в помещении. Ростислав Григорьевич, вы таких движений не делаете. Ну прекращайте концерт. Хорошо. Вам всем желаем здоровья, любви, удачи, семейного благополучия и всего-всего самого наилучшего. Близ Челябинска, в поселке Коркино,
старательно предохраняют стекла от сотрясения. 33 вагона взрывчатых веществ с гигантским взрывом выроют траншею для открытой разработки мин. Get out, get out, get out, get out.